Всем привет! Ну что же, долгожданная посылка с аналог хитом плюс FX от компании Electron, которую я купил благодаря вашим донатам. Большое спасибо вам. Что же такое аналог хит FX? Именно FX-версию я... Ну, у меня был аналог хит обычный, а FX-версию я увидел на Супербусе. Ее там в Берлине как раз-таки ее и презентовали. Мне очень понравился этот девайс, я загорелся им, потому что аналог хит свой я использовал. А FX-версия добавляет еще цифровые эффекты, которые можно между собой там, короче, передвигать. Можно создать свой педалборд такой виртуальный и выстроить цепочку. Какие-то эффекты можно отключить. Ну, плюс ко всему, конечно же, аналоговые вот эти цепи перегруза, которые позволяют чуть-чуть уплотнить звук, ну или поджарить, да, потому что это все-таки аналог-хит. И вот, наконец-то, я собрал, благодаря вам, благодаря моим подписчикам, благодаря тем, кто смотрел мои стримы по воскресеньям, моим воркшопы, и там мы собирали, в общем-то, на аналог-хит. И вот он приехал, давайте скорее распаковывать его, посмотрим, как он выглядит, что там внутри. И мне, конечно, хочется его уже подключить, но я думаю, что на стриме как раз-таки я на следующем это и буду делать. Главное, когда открываешь коробку, там ничего не повредить, потому что... Да не, я думаю, что там все в порядке. Очень долго я ждал. Так, что тут? А, это был приятный бонус от магазина. Они делали такой бандл, там типа аналог хит плюс аудиокабель. Короче, вот так. Пусть пока там полежит. Аналог хит плюс FX, все правильно. Тут вот такая фирменная голограмма от компании Electron. Давайте посмотрим сначала на коробочку, это тоже очень интересно. Здесь написаны все самые... Ну, вы помните мою распаковку, да? Вы помните распаковку, которую я делал аналог хита обычного. Здесь вот они вот добавили еще реверб, дилей, хорус, вербал, битс, нойз гейт, компрессор, бас фокус. Вот эти самые эффекты, которые... Вот добавили сюда. Мне очень хочется верить в то, что в этом аналог-хите есть стекло, ну или, по крайней мере, там все кнопки на месте, потому что, как вы помните, предыдущий раз в моем аналог-хите просто не было стекла, точнее, ну, вот этой вот, этого стеклышка защитного. Так что, надеюсь, с этим все будет в порядке. Я думаю, что ножницы больше не нужны. И вот нас тут встречает такой какой-то классненький постер. Наверное, я думаю, что такой постер можно куда-то даже и повесить. Это похоже на какое-то лицо. Это, кстати, похоже на симметрию, но это не симметрия. Прикольно. А, вот написан автор. Раф Мерси или Раф... Херси. Короче, непонятный вот этот лейтеринг. То ли M, то ли H. Надеюсь, никто не обиделся. Единственное, что этот постер, он квадратный и очень сложно, наверное, будет найти под него рамку. В обратной стороне нету ничего. Окей. Ну, классный, классный. Кстати, красный цвет, это фирменный цвет, скорее всего, аналог хита нового, потому что у него теперь белый дисплей и красные кнопочки. И мне уже хочется купить, наверное, красные аудиокабеля для него. Аудиокабели, для того, чтобы какое-то было такое прикольное сочетание. Диск с драйверами. Шутка, шутка, это не диск. Это стикеры и инструкции. Ну, это какой-то сокращенный мануал, они обычно кладут, потому что нет смысла класть большой мануал, потому что новые прошивки они всегда добавляют. Теперь у меня еще есть такие одни стикеры. Потому что большой мануал, он, ну, как бы прошивки обновляются и, скорее всего, не будет иметь смысла даже спустя там месяц или два.
Итак. Ага. Ух ты, какой. Ну, я вижу стекло на месте. Это радует. У-ху. Ой. Капец, ну что такое? Вы слышите? Там что-то болтается. Да блин, ну как так-то? Сейчас я увижу, что это. Я вижу, что это. Не, ну это, конечно, прикол какой-то. Вы видели? Вот. Болтик. Прикол. Ладно, я надеюсь, что он работает. Пленочка. Давайте отклеим пленочку скорее. Ай, какой прекрасный звук. Ну, как вы думаете, какой там кабель цветом? Серый? Красный? Ага, серый. Это как это называется? Питание? Powerbank? Блок? Новый блок питания. Такой более компактный. Сетевой. И вот уже фирменный USB кабель. Вот такой красавчик. Аналог HitFX. Только я не очень понимаю, почему вот эта кнопка серая, это как бы черная, это серая, надо было, наверное, либо сделать серую светлую под эту кнопку, ну, я не знаю, может быть, мой перфекционизм внутри бушует, либо нужно было сделать ее полностью черную тогда под эту, потому что вот такой вот не совсем серый и не совсем черный цвет, немножко странный, короче, вот. Здесь пропал логотип. Точнее, здесь, по-моему, не было. А, ну, короче, здесь что-то было. В общем, есть место под стикер. Не знаю, буду я это делать или нет. Вот такой аналог хит у меня. С каким-то болтиком внутри. Короче, электрон чудит, как всегда. Ну, два раза из двух чудит. Главное проверить, работает ли он. Потому что мало ли чего. Один ноль ноль прошивочка. Фух, огонь. Ладно, запустился. Вот. Так, ну все, вроде работает. Ну что же, вот такой вот аналог хит. Теперь у меня есть аналог Hit Plus FX. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в собирании средств, донейшенов на это устройство. И отдельное спасибо, я решил вас всех перечислить. Именно благодаря вам это устройство теперь у меня. Спасибо Руслану, Sorrowless, Kenzo, Гомеров, RMSK, Nothing to Say, Зиган, Азат, Крабовый Салатик, Илья Обломов, Цумиус, Дмитрий, Антон, Hard Soda, Donna Summer, Иван, Фофо, Арнольда Шульценфегер, Сергей Зарин, Виктор, Вана, Гипнозер, Никуфа, Михаил. Михаилу отдельное спасибо, все помните его шикарный донат. Килл Минда, Антон Ефремов, Андрей и Солнце Крис. S. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом действии, тем, кто финансово поддерживал, тем, кто просто поддерживал, смотрел воркшопы. Приходите теперь по воскресеньям на мои катом воркшопы в прямом эфире. Мы будем разбирать этот девайс, мы будем смотреть, какие же у него есть эффекты. Я буду пропускать свою музыку через него, посмотрим, что получится. До скорой встречи. Пока. Блин, ну какого черта там болтик вообще внутри? Ну как так-то? Я что-то не пойму. Это просто смешно. Прикол, конечно, с этими хитами.